Еще немного. Давай за мной. Имя ребенку дали? Да нет. Где-то. Это зря. Имена — сильные магические печати. Это здесь. Отлично, это место выбрал. Да оставьте меня уже. Я, сука, знаю, что так не делается. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит? Что Игоша вышел на охоту. Смотри! Быстро. А если он разозлится? Он же нас мигом загрызет. Не повышай голос, а не то растревожишь его, пока он спокоен. Ни хера себе. Что ж будет-то, если он забеспокоится? Он перегрызет тебе шейную артерию, и ты истечешь кровью, прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнет вертеться. Успокою его магией. Подними его, возьми его в руки. Боги мои! Вернемся в замок. Как? Прямо с ним? Кажется, ты... Проверить силу легенд и обратить его в чура. Они чуют Игошу. Вернусь могилой матери. Что ты с ним хочешь сделать? Я ничего, а тебе надо его зарыть под порогом.
Если предания не врут, к следующему утру он превратится в Чура. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью. Перестал вроде. Ты выбрал имя? Нет. Ну так придумай какое-нибудь, это важно. Ну, это... Это девочка. Как Анна хотела бы ее назвать? Повторяй за мной. Силами неба и земли. Силами неба и земли. Миром, что не стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Нарекаю тебя именем, и скажи его, и признаю дочерью. Нарекаю тебя, Дея, и признаю дочерью. Хорошо, теперь зарой тело. Что теперь? Через сутки Дея должна превратиться в Чура. Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе. Я подожду с тобой. Исключено. Но ребенок-то мой, я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую заботу. Потом ты ничего не сможешь сделать. Но я... Никаких но. Это работа для ведьмака. Я должен ждать здесь, пока Егоша не превратится в Чура. А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства. Взываю к тебе силой крови и заклинаю именем. Услышь и приди на мой зов, Дея. Укажи мне дорогу к своим кровным родичам.
Там не лаванду держали. Может, стоит туда заглянуть? Подкова. С молокуром не хватило бы денег на коня. Одежда? Здесь кто-то переодевался? След. Наверняка его обронила одна из них. Обе были здесь. Значит, я иду правильно. Она хочет показать мне что-то еще. Смотреть труп лошади. Кости лежат тут уже какое-то время. Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливей. Следы огромных когтей. Это не трупоед. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолокурне. Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. Похоже, след ведет дальше.
рыбацкая хата? Наверное, он хочет, чтобы я осмотрел это место. А кто это? Идите в другую комнату. Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет, ничего не знаем. Мне нужны сведения. Я ищу двух женщин. Жену и дочь кровавого барона. Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо проезжали? Девушка невысокая, лет 20. Ее мать худощавая, под 40. Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Оксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вроницах, у господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их в старой смолокурне. Привел коней. Лютый был холод, а темно так, что я на два локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило. Но наконец они явились, и отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвет. А вдобавок, эти здоровущие птицы, их целые тучи кружили над лесом. А крик такой подняли, что аж в ушах звенело. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Тамара взяла ее за руку, и я увидел, на ладонях у нее пылали знаки. Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал. Должок у меня был перед барышней Тамарой. 3 луны тому назад сын мой лежал в горячке, и мы уж думали, что не выживет. Тамара об этом проведала, принесла еду и лекарства. А то у нас нужда такая, что в доме шаром покати. Что тут скажешь? Спасла мне парнишку. Сам бы я не решился помогать, но жена мне сказала. Настал час войны и презрения, час вражды человеческой. Теперь должно за добро добром платить, потому что кто стоит без дела, тот все равно, что зло творит. Ты женат на умной женщине. Жаль вот только госпожу Анну не спасли. Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще, словно кто все звезды погасил. В одну минуту сверчки утихли, а из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошиб. Я дух перевести не успел, как из чащи. Выскочило чудище, огромное, что твой сарай, рогатое, и глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал, конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны, башку ему оторвало, а саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышни Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью, но на счастье жена ее отговорила, убедила, что одной ей ничего не сделать. Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железом выжег. На ладонях, изнутри. Выжег? Как клеймят скот? Ну да. Только эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно живым огнем светились. Спасибо тебе за помощь. А с тетенькой? Все с ней будет хорошо. Я сделаю все, что смогу. Значит, здесь кончается наш общий путь. Благодарю тебя, Дея. Иди с миром.
Узнаете меня? Ты конюший. Я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам благодарность. Ведьмак, можно тебя на минуточку? В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Какая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматые. В Зарикане их называют райские бутоны. Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова Велена. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости? Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Это все, что я могу для тебя сделать. Благодарю. Вот тебе поощрение. И еще вот, держи. Это что? Охранная грамота. С тех пор, как риданцы заняли дельту Понтера, попасть без нее на новиградские земли очень непросто. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались? Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири, поди сюда. Тебе причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась?
То тут, то там. И не диво, если ты одна по дорогам таскаешься. Теперь уже не одна. Теперь она в нашей компании. Ну вот именно. Ты в нашей компании. Пили мы вместе. Вепря вместе загнали. А так и не знаем, откуда ты взялась. Женщина, а одета по-мужски, с мечом на спине. Кто ты на самом деле? Наемница? Просто я много путешествую, а в дороге не всегда попадаешь в такое приятное общество. А, это она дело говорит. За общество. Вот это я понимаю. Пьет как мужик, мечом машет, кабана завалить может. Молодец, девушка. Ладно, ладно. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что же тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Что это ты в лице переменился? Бабы испугался? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном – большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Летает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Давай, Цири, удиви нас! Твой меч почти мой! Не дождешься! А не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Есть шанс отыграться. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось... Должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого... Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну.
Я вот все думаю, зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу не дал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? Надо, через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерии нет, а значит и предавать нечего. Здешний нильфгардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что у меня в жопе дырка. Прощай.